Apple, о чем роликах хочу посмотреть, это очень классный канал, и не Лушов. Это канал моего знакомого, я думаю, вы тоже его все знаете, это Тимоха Домино. Это его новый канал, поэтому ссылочка на его канал будет в описании. Он делает каждый день почти стримы, снимает серии, поэтому всем советую подписаться. Повторю, ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Один Холиплей, первый сервер. Ну что ж, пацаны, сегодня должно было видео быть, на что я потратил 15 миллионов, но вышло обновление, поэтому про 15 миллионов видео будет следующее, получается. А сегодня я вам расскажу про обновление. Но перед этим я хотел бы напомнить, что играю на первом сервере Один Холиплей, мой ник Кирилл Путбуль, вводить его при регистрации. Ну и также не забывайте вводить мой промокод, за который вы получите 150 тысяч. Но сначала нужно прокачаться до 5-го уровня и потом до 10-го. Поэтому, пацаны, используйте мой промокод, его можно использовать на любом сервере Один Холиплей. Ну а я погнал показывать вам новое обновление. И да, также я хотел бы напомнить, что как только вы набираете 200 лайков под этой серией, выходит новая серия. Поэтому, пацаны, все зависит только от вас. Ну что ж, вышло обновление, там добавили, ну, пару плюшек, но я вам сегодня покажу самое интересное. А именно систему заправки новую и еще очень классную тему. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Итак, первое, что я хотел бы показать вам, это то, что добавили несколько видов топлива. Вот, пишем фил, и здесь есть 92-й бензин, 95-й, 98-й. И дизель, короче. Очень классная панелька, очень удобная. Сейчас объясню почему. Но перед этим, смотрите, мы нажимаем на нумпаде цифру 8. Вот, либо пишем команду slash trunk, чтобы открыть багажник. И здесь нам показано, сколько у нас топлива, можем его слить. Это нужно для того, что если вы залили неправильное топливо. Вот, тип топлива у меня 98 и залит у меня 98 бензин. Если, например, я залью 92 бензин в РС-ку, то у меня, во-первых, не будет работать чип. Во-вторых, машина будет периодически глохнуть. И в-третьих, машина может взорваться. У меня уже было так два раза, пацаны, поэтому советую вам заливать именно тот бензин, который написан вот, вот здесь. Видите, вот здесь написан бензин, и такой лучше заливайте, потому что, ну, этот взрыв, пацаны, этого вообще не весело, я вам скажу, потому что это страшно. Я первый раз вообще так испугался просто, я не знал вообще, почему так произошло, но потом вышел список обновлений, я понял, что это было из-за этого, короче. Я во всех тачках своих бензин поменял, я вам советую сделать то же самое. Короче, давайте вам покажу, вот слить топливо, допустим, да, выбираем. Все, оно начинается сливаться, короче, топливо, вот, вы начали сливать топливо, и сейчас у меня будет 0 бензина, видите, все, пустой бак, пишем fill, и здесь вот, мне нужен 98 бензин, и нажимаем полный бак, вот это удобно, что полный бак, что не нужно самому писать, если вы когда-то спешите, и нажимаем просто заправить, это реально очень удобно и очень классно, поэтому за эту систему Амазингу реально просто респект, реально очень удобно и очень круто. Итак, давайте я вам теперь покажу следующее обновление, которое мне очень понравилось, прям очень. К сожалению, я его сейчас сделать не могу, то, что там написано, но в будущем я обязательно хочу это сделать. Пишем вот такую команду, upgrade, в принципе, запоминайте эту команду, я никак ее не могу запомнить, поэтому я постоянно копирую. И здесь добавили вот такую вот тему, дополнительное сло для ТС. Что это значит? Вы можете приобрести дополнительное сло для вашего личного транспорта, работает только если у игрока действует VIP-статус. Цена услуги 10 очков и 5 миллионов, то есть я вот, честно говоря, не понял, либо вы покупаете одно место, либо вы сразу покупаете 5 мест, потому что писало, что типа можно иметь 10 машин. Скорее всего, если вы купите эту тему, то вы сможете иметь 10 машин, пацаны. 10 машин — это просто жесть, понимаете? 10 машин. Сейчас можно иметь 5 машин, ну, лично у меня, не знаю, может, кто-то уже купил эту тему, и если я куплю, я смогу иметь 10 машин, понимаете? Это очень просто круто, реально, за это тоже большой респект скриптеру, который это делал. Ну, короче, вы поняли. 10 пяти очков, это на самом деле сложно. У меня есть 5 миллионов, у меня банки 7 миллионов, если что, есть. Я успел там подзаработать на этих снежках. Ах, да, еще убрали, пацаны, новогодний остров, теперь его вообще нету, поэтому, ну, не знаю. Как по мне, наконец-то его убрали, потому что я уже заебался на санках фармить бабло. Ну, как заебался? Устал просто, потому что, ну, там не очень легко, ну, вы поняли, короче. И вот теперь, пацаны, 10 пяти очков и 5 миллионов, и вы можете иметь 10 тачек. Это довольно-таки круто. У меня тут улучшения некоторые куплены, но это не важно. Где брать эти спецочки? Давайте я вам объясню для тех, кто не знает. Каждый день вам даются вот такие вот ежедневные задания, и здесь вы тоже получаете спецочки за то, что вы выполняете эти задания. Можно еще проходить квесты, которые есть на каждом вокзале, то есть Батыри, Варзамасе и в Южном. Там вы выполняете квесты, и когда вы полностью выполняете, вам даются тоже спецочки. Я думаю, это все понятно. Ну что ж, пацаны, вот такое вот было коротенькое видео, наверное, не знаю, насколько оно вышло. Я показал вам самое интересное. Там еще добавили вертолет для СМИ, добавили
добавили новую штрафстоянку в Южном и так далее. Ну, короче, по мелочи, пацаны. Я вам показал именно самое интересное, потому что все остальное, я думаю, вам будет неинтересно. Кому интересно полный список обновлений, то ссылка на группу будет в описании. Заходите, смотрите, читайте. Ну, а там я буду заканчивать. Всем пока-пока.